Нью-Йорк, улица из Хьюстон, дом 48. Здесь жил странный ученый, который любил очень нелюдимость. Вампир с глазами черного цвета. Не переносил дневного солнечного света. Говорили, что он создал оружие, кошмар. Способное на куски разнести земной шар. На самом деле про Николу сочинял народ. Никакого отношения к Дракуле, наоборот. Отец его православный священник убежденных идей, а свет избегал из-за мощных электромагнитных полей. Приобрели особую чувствительность. Яркий свет причинял боль глазам ослепительность. Тихие шорохи звучали, как раскаты грома. Зато Никола прекрасно видел в темноте дома.